Все мы все узнаем не сразу, а постепенно. А может, к счастью. Личная жизнь Дениса Рожкова интересует тысячи его поклонниц, появившихся после сериала «Глухарь». Денис – верный муж и счастливый отец. С женой Ириной он познакомился в театре, куда попал по распределению после института, влюбившись в девушку с первого взгляда. Ирина работала художником по гриму. Молодые люди сразу начали жить вместе. Одно время пара снимала чужие углы и ютилась у родителей. На собственное жилье Рожков заработал только спустя 12 лет совместной жизни. Актер благодарен своей половинке, что она первые годы семейной жизни была единственным кормильцем в семье, терпела его бездействие, ни в чем не упрекала и верила в него. Несмотря на значимость профессии в судьбе актера, Денис Рожков утверждает, что в его жизни главное место занимает семья. Ирина и Денис с первых дней брака хотели обзавестись детьми. В 1999 году у Рожкова родился сын Иван. Как утверждает артист, ему повезло с профессией супруги. Ирина вращается в околоактерской среде, поэтому не понаслышке знакома с работой на съемочной площадке. Жене не надо объяснять задержки на работе, ведь иногда репетиция или съемочная смена заканчиваются далеко за полночь. Также Ирина спокойно относится к интересу репортеров к персоне своего мужа.